Ну, Кубань. Очередной раз мы на верхнем респауне. Надеюсь, что мы слева появимся. Но мы появились снизу и... Ну, справа, точнее. Никаких проблем. Мы едем опять на линию Гогиса. Стараемся там удержаться, подбивать и в очередной раз затащить очередной бой. Вот, посмотрим, куда поедет Кортес. Скорее всего, он тоже возьмет Т-34-85. Возможно, присоединится к плану. Всегда надо ехать и защищать ту точку. Она очень хорошая. Так, погода мне тоже нравится. Смотрите, все чики-пуки. Все светится, все радует. Поднимать настроение погодка умеет такая. Слушайте, я раньше не замечал. Вот видите, сзади прицеплена часть, ну, прицепа, я не знаю, как называется. Такой трос, видите, он сзади на карабине. Воу, мэн, ну что ж ты делаешь-то? Смотри, куда едешь. Вишня! Зазлил меня, глупый червь. Я запомнил тебя. Ред Зандер. Не найти тебя. Ты маленький... О! Биг Кей. Ну что, сынок? Один выстрел. И тут же Ангаритус. Ангарисимус. Так, Slayer 2013. О, мы уже начинаем захват точки Б. Это спровоцирует противника выехать на холм, что даст нам возможность быстро прошмыгнуть к холму Гогиса и оттуда этого противника снять и разобраться с ним. Раз и навсегда. Ну ладно, раз не навсегда, но разобраться с ним. Посмотрим сейчас, что будет с тигром. То есть, будут ли его пытаться палить. Кстати, да, любопытно. Тут противник... Ну, в общем, не буду я сейчас останавливаться на все это дело. Даже пробовать не буду убивать. Отлично, мы взяли точку Б. Это отличное подспорье нам к победе. Потому что мы можем в таком случае поджидать противника, который решится ее отбить. Смотрим. Никого. Никого здесь нет. Сюда тоже никто не успел проехать еще. Так, на... Да, видите, кто-то походу пытался заехать на углубление Гогиса, но у него это сделать не получилось. И мы почти на месте. Да, мы на месте. Прекрасно. Посмотрим, что нам там противник интересного подготовил. Какие плюшки. Итак. Едем сходу вперед. Раз уж наш тут встал. Не знаю, в кого он сводится. Я что-то никак не могу разглядеть. Потому что он просто вдаль вглядывается. Ага. Ой, мэн, давай. На четверых прям. Засали, ребятки. Так, один готов. Посмотрим, кто там. Никого там нет наверху. Так, окей. Сейчас глянем. Довернем корпус. И посмотрим, что там вдалеке происходит. Ну что, точку Б мы контролируем. Кортес, в принципе... Я думаю, сейчас один из наших поедет дальше, и мы сможем его отсюда подстраховать. Ну, если этого не случится... Нам нужно, по возможности, вторую волну противников встретить. Потому что сейчас многие погибли, и сейчас будет вторая волна. Надо сделать так, чтобы Кортесу не мешать. Понимаете? Арт-обстрел, так я понимаю, вражеский. Так, здесь нам своего бы не подстрелить. Вообще тут мало кто выживет, я думаю. Ага, вон там уже еще один едет. Так. Так, ему. Отъедем. Союзник нас прикрывает. Отлично.
Ой, як панзер. Панзер. Дерзнул. Эх, Гашан. Кто так стреляет? Поворот, разворот. Так, я панзер. Остановился, и мы его добиваем, по идее. Да. Ну что ж, небольшая плата за его убийство. Так, парни решили взять штурмом этого чувака. И, как мы видим, это было ошибкой. Не надо было так спешить. Но все-таки разменялись, как-никак. Ну все, я понимаю намерения нашей команды, ну, которая здесь собралась, по идее... А, ну нас уже двое тут осталось только. А, пусть... Ну, хотя не знаю даже. Нас в бэху отбили, да, но... По идее, мы теперь можем это направление контролировать, и посему, если мы будем аккуратно это делать, наши могут спокойно брать Б, если захотят. А если не захотят, не будут этого делать, я понимаю. Вот. Ну, а мы пока встречаем противника. Вы знаете, вот это вот не повреждено, это же, возможно, еще связано с тем, что танк просто неуязвим еще был. Я вот так подумал. Не знаю, Вован, по идее, выстрелит, отъедет, я на это надеюсь. Но нет, он, по-моему, не собирается стрелять. К сожалению, нам придется подставиться тут. Так. Что-то я не понял. В принципе, он правильно все делает. Я с ним согласен. Я с ним тут согласен. Ну вот так вот зря он выехал, конечно. Так, разок выстрельну и сваливаем отсюда. Потому что с ИСом бодаться себе дороже иногда бывает. Эх, что-то я не спалил, что мы там повредили. По идее, он мне не должен тут чиркнуть. Хотя он, походу, на гусле стоит, да? Ну, не-не-не-не, подождем, пока он починится, начнет двигаться. А тем временем... Вражеские войска захватили точку. Вот в этого парня сведемся. Кстати, мы своим дешевеньким танком можем сдерживать два танка противника. Так, командира выбили. Ну что, тучи сгущаются. Нам бы лучше с ними сражаться, конечно, на подходах. Нам. Орудие заряжено. Эх. Ну это ИС. Чё тут скажешь? Это ИС. Эх. Так, ну значит, выехать я уже не могу. Но, в принципе, пробить этому парню в дуло могу попробовать. Да, получилось. О, мэн, да ты ошибку допустил грубейшую. Грубейшую ошибку допустил. Так, окей, Ив, еще там один остался. Нам бы в него выстрелить так, чтобы он нам ответить не смог потом. Похоже, не пробили. Не знаю, может и зацепит башенку. Отвернем ее, чтобы он в дуло не попал. Все отлично. Стрельба готова. Так. Ой, лагаем. Вроде в дуло попали, но чуть-чуть, наверное, там не задели. Вообще, я бы, конечно... У меня-то преимущество, я могу на скорости, понимаете? Я могу на скорости съехать и закрутить его. Проблема в том, что у него там может быть поддержка. Ой. Вовремя я отъехал. Так, где он сейчас вперед поедет? Нет? Да. Так, мы тут попу свою подставляем. Что, мэн? Мрёшь? Да. Прям в дуло.
Так, ну чё, еще одного сдержали. Давайте посмотрим, кто там еще к нам пытается прорваться. На этот раз наш гость КВХ. Ну вообще, я тут, конечно, ошибку допустил. Но, видите, КВХ тут тоже что-то стоит, тупит. Не знаю. Я думаю, еще выстрелю, но разок и отъеду. Так, все. Ему долго перезаряжаться. Вот, а мы тут пока постоим, поконтролируем этот отрезок. Этот отрезок времени мы будем контролировать, этот отрезок территории. Так, главное тут... Ну... КВХ, конечно, может просто сюда свестись и стоять, и ждать нас, но я не против. В принципе. Пока он тут стоит и наши удерживают больше точек, я не против. К тому же я вижу, там наши на цеху прорываются уже потихоньку. Вообще-то такая ситуация, что меня могут объехать, но... Вряд ли тот, кто решит меня объехать, будет объезжать, не коснувшись точки, правильно? Слушайте, ну, по-моему, это КВХ там, да, стоит? Да. Слушайте, ну ладно, чувак, я не против. Мы-то побеждаем. Ну, хоть у вас очков и больше, но мы-то все-таки лидируем. Поэтому стой здесь, сколько тебе нравится. Будет забавно, если я сейчас соревнуюсь с каким-нибудь кустом. Ну, видите, в левом верхнем... Не, ну это точно КВХ стоит. Причем на меня свелась. И ждет. И я жду. И мне хорошо. Тара-та-та, тем более мы уже С берем. Его сейчас, значит, сейчас, скорее всего, сзади снимут просто. Ну, если заметит, конечно. Тара-там-та-ти-та-ти-тара-там-ти-ра-рим-пам-пам. Причем забавно, он меня, скорее всего, не видит. А вот я его вижу. Ах, он какой. О! Бля, вовремя я отъехал. Ой, сори за мат. Но я вовремя отъехал. Так, ну все, мэн, теперь тебе надо убегать. Не, ну серьезно, чувак, ты будешь просто ждать, пока я в тебя выстрелю? Ну ладно. Ты сам этого хотел. Тарам-та-ти-та-ти-ра-та-там-ти-та-ти-та-там. Посмотрим, кто тут еще есть. Кто еще у нас тут притаился? О-о-о, тихо-тихо-тихо. Кто на Бэху пытается прорваться, что-то не пойму. Скорее всего. Ну, знаете, мы тут одни удерживаем целое направление. Причем, ну, если действовать достаточно, ну, то есть так вот, как бы, не подставляться, там, отъезжать и прочее, то мы в выгодном положении можем противников нескольких удерживать. И причем не просто удерживать, а там расстреливать, понимаете? Потому что у нас очень хорошая позиция, оказывается, вот у этого холма Гогиса. Конечно, тут жестить тоже не надо, но... Да, вот, пожалуй, отъеду. То, что тут могут меня из этих деревьев как-то выцедить. Ну, по-моему, они бросили эти попытки, что означает, что мы, как минимум, уже не проиграем. Потому что мы точку Б контролируем, так. Ага, видите? По-моему, там танк противника. Да, и, по-моему, он движется. Давайте разок выстрелим. И постараемся... Блин. Стоп, Гаша. Вот сюда. Ненавижу эти исы. Блин, исы такие исы вообще. Им только в дуло стреляю, все. Ой, что-то я вообще не туда стрельнул. Так, ну ладно, мэн. У меня гусеница повреждена, но... Вот сейчас он правильно делает. Я вижу, что у него там сзади никого нет. Значит, мы можем стараться ему в уязвимую точку попасть. И сразу отъезжаем. Опять же, видите, в чем преимущество холма Гогиса для, ну, для верхнего респауна? Ой, то, что мы, ну, в экстремальной ситуации можем вот так вот вниз съехать на скорости. Так, надо довернуть немножко. Не знаю, может, я успею за холм заехать?
Да. Ну, видите, получается, что и если кто-то здесь приедет, и там поддержки нет, мы можем вот так вот объехать после выстрела противника, и ему еще удачно всадить, потому что он вряд ли успеет тут развернуть, довернуть. Фактически, мы ни разу не погибли, так? И четко тут всех смогли вынести. Благодарю вас за внимание, с вами был дядя Гоша. Подписывайтесь, ставьте лайки, будьте счастливы. Всего вам доброго, до новых встреч.